Всего несколько дней кировчане узнают имена новых ведущих и журналистов на Первом городском канале. Им может стать любой участник кастинга, который пройдет 8 июля. Напомним, что наш канал ищет новые лица и журналистов для утреннего шоу. Отборочный тур будет один, жюри выберут лучших, после чего они начнут готовиться к первому эфиру. Единственное ограничение на кастинге – возраст участников. Он должен быть старше 18 лет. Всех желающих мы ждем 8 июля в 12 часов в кафе на улице Ленина, 73.